Всем привет! Меня зовут Светлана, и вы на моем канале о вязании. Сегодня мы продолжаем вязать вот такого медвежонка. Во второй части мы связали тело, вязали ножки и ручки. Ниточку мы не обрезали и продолжаем дальше вязать нашу голову. Хорошо? Ну что ж, продолжим. Так, шею мы провязали, продолжаем вязать голову. У нас 16 ряд, 16 столбиков по кругу и делаем 16 прибавок. То есть в каждую петельку мы провязываем по 2 столбика. Следующую петельку опять-таки провязываем 2 столбика. И таким образом продолжаем по кругу. Так, мы начали провязывать голову. В 16 ряду у нас прибавки. По кругу 32 столбика. Следующий ряд 17. Просто провязываем 32 столбика по кругу без убавок и прибавок. Вот что у нас получается. Расширение на голову. Так, я завершила 17 ряд. 32 столбика по кругу. У нас голова расширяется. Уже хорошо все видно. Следующий ряд 18. И мы сделаем 4 прибавки здесь. Будем провязывать 7 столбиков и прибавка. 7 столбиков и прибавка. В конце ряда у нас будет 36 столбиков. Так, 18 ряд завершен. Вот что у нас получается. То есть головка наша растет. И следующих 7 рядов мы провязываем по 36 столбиков. То есть с 19 ряда по 25, 36 столбиков по кругу, вяжем 7 рядов самостоятельно. Так, я провязала 7 рядов по 36 столбиков в каждом. То есть я завершила 25 ряд. Следующий ряд 26 мы провязываем 4 столбика и убавка. 4 столбика и убавка. То есть отмечаем начало нашего ряда. И продолжаем по кругу. 4 столбика убавка, 4 столбика убавка. Повторяем 6 раз. В конце ряда у нас будет по кругу 30 столбиков. Я закончила 26 ряд с убавками. У нас по кругу 30 столбиков. И я добавила холофайбер. Вот видно, да? В тело. Теперь будем вставлять глазки. Так, у меня сегодня глазки 9 миллиметров. Ну, для такого маленького медвежонка можно, конечно, и поменьше выбрать. Можно и 6, и 8 миллиметров будет хорошо. Ну, у меня сегодня будет такой глазастенький. Глазки мы вставляем между 25 и 24 рядом. Определяем середину. Например, да, вот эта середина. От серединки отсчитываем 1, 2, 3. То есть один глаз вот сюда пойдет. И второй глаз 1, 2, 3 вот сюда. Так, смотрим.
Так, сначала так смотрим на глазки. Нравится нам, не нравится. Если что-то надо подправить, то поправляем или меняем позицию. Так, вроде бы все хорошо. Берем наши заглушечки и закрываем глазки. Так, продолжаем вязать нашу голову. 27 ряд. Мы провязываем 3 столбика и убавка. Раз, два, три и убавка. Убавку, как уже показывала раньше, делаем за передние дольки. Повторяем так 6 раз. 3 столбика, убавка. И в конце ряда у нас будет 24 столбика. Так, я провязала 27 ряд. Вот что у нас получается. Следующий ряд 28. Мы провязываем 2 столбика, убавка, 2 столбика, убавка. Повторяем 6 раз. В конце ряда 18 столбиков. Раз, два. Отмечаем начало ряда, не забываем. И продолжаем так по кругу. 2 столбика, убавка. Так, я закончила 28 ряд. И вот здесь уже остается маленькое отверстие. Будем наполнять холофайбером. Следующий. Так, вот у нас холофайбер. И следующий ряд у нас номер 29. Мы провязываем 1 столбик без накида и убавка. В конце ряда у нас будет 12 столбиков. Наше отверстие будет все сужаться меньше и меньше. Но еще есть последний шанс добавить холофайбер, если недостаточно. Так, я завершила ряд 29. По кругу 12 столбиков всего лишь, и отверстие все меньше. Вот сейчас как бы я чувствую, что тут можно еще добавить. Холофайбер уминается. И сейчас добавлю еще холофайбера. Я добавляю маленькими кусочками. Использую ножницы или, может, какой-то карандаш или палочку, которая в пачке с холофайбером идет вместе. Обычно холофайбер хорошо помещается даже в маленькую игрушку. Вот таким образом я добавляю холофайбер, так, чтобы форма была плотная, хорошая. Так, ну, я так понимаю, еще можно добавить. Так, холофайбер добавлен. Головка плотная, хорошая. И следующий ряд у нас будет 6 убавок. То есть мы делаем... У нас 12 петелек, мы делаем 6 убавок. И в конце останется только 6 столбиков. То есть мы делаем убавки по кругу. Так, за передние дольки.
Точно так же подтягиваем, чтобы у нас отверстие было плотное, хорошо закрытое, без лишних дырочек. Два. Три. Четыре. Пять. И шесть. Стараемся делать плотно. И остается совсем маленькое отверстие, которое мы будем закрывать иголочкой. Ниточку я отрезаю примерно так, чтобы было удобно, 25 сантиметров, скажем. Ниточку просто вытаскиваю и вдеваю в иглу. Закрываем отверстие. То есть у нас 6 петелек. И мы вводим иголочку, следующую петельку, а также по кругу, за одну дужку. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Подтянули. Делаем маленький узелочек. Ниточку выводим в такое удобное какое-то место. Протыкаем. Узелочек надо утопить туда, вовнутрь. Можно сделать несколько стежков. Стараемся попадать между нашими столбиками, чтобы не попортить полотно. И сделать несколько стежков. Ниточка там останется внутри холофайбера. Можно кончик нити отрезать, оставшийся. В следующей части, последней, будем пришивать ушки, носик, вышивать бровки, носик, улыбочку. А, да, ну и еще, конечно, хвостик. Встречаемся в следующей части.